Я нашел регион, в котором сейчас вышли топовые события. Возможно, кстати, это нам добавят уже скоро. Давайте мы начнем, пожалуй, с первого события, которое вот так вот у нас выглядит. Это двухстволочка. Эта двухстволочка, кстати, у нас выходила год назад. И я думаю, что, возможно, ее скоро добавят нам. Такое может быть. Она вот так вот выглядит у нас, получается, событие. Кстати, как зомби-самурай. Если кто-то выбивал его давно-давно, то помнит, как здесь выбивать. Честно, алмазов здесь нужно будет потратить много, я думаю. Вот. Думаю, то, что много алмазов нужно потратить. Но двустволка плюс-минус того стоит. Дальше. Короче, здесь еще есть вот такой вот выгодная накрутка называется. Здесь что есть? Вот такой новый скин. У нас такого скина еще не было. И вот я вам отвечаю. Потому что если бы у нас он был, я бы его бы выбил. Я бы помнил, что он у меня есть. Но такого нет, поэтому у нас еще вот такого не было. Посмотрите, как он выглядит. В принципе, верх прикольный. Даже тут низ тоже имба. Эти вот нончаки, да, по-моему, если они называются. По-моему, так. Имбово выглядит очень. Вот такие вот обувь у нас. И вот такой вот грим. Но такое, мне не нравится грим. А так, в принципе, в целом скин прикольный. Дальше, ну такой вот скин. Он у нас был на регионе, тоже довольно-таки неплохой, но здесь минус. Минус заключается вот так, видите, красиво, шикарно, да? Но сзади вот эти вот лямки, когда вы бегаете, они мешаются. Они реально мешаются. Я понимаю то, что хотели это добавить как, топовую тему, но честно, вот мое мнение, они лишние. Вот их убрать будут, эти желтые штучки, и вот имбово будет. Бегать будет спокойно, бегать будет зашибись и так далее. Но они мешаются, если честно. Кстати, и прическа здесь имба, если что. Вот, такая вот. Очень прикольно. Очень, кстати, прикольно. Я, наверное, даже ее поставлю у себя. Так, дальше. Ну, это понятно, эмоция. Обновить бесплатно, кстати, могу два раза. Здесь мы можем заметить скин вот такой вот. И еще у меня есть попыточка. Но я же могу вот так вот сделать, да и все. Че, в принципе, да. Так, из всего... Остальное уже было, по-моему. Ну, крылья. Такое. Дальше. Что хотел вам показать? Давайте события зайдем. Посмотрим, что уже здесь есть у нас. Здесь, кстати, довольно-таки хороший регион. Это очень хороший регион, сказал бы. Очень хороший. Потому что здесь события дофига. Мы сейчас посмотрим. Вот так вот аккуратненько подглянем, что у них есть. Видите, долго загружается, минус такой, да? Но обменник... Видим, да, существует у них на скин. Оно, видите, оно пингует так вот, потому что другой регион, скорее всего. И оно прогружается немного долго. Кстати, это, так понимаю, это же бесплатные скины. Видите, я просто зашел, здесь жетон получил. Тюльпанчик этот или что это. И я могу обменять его или вот на питомца, да. Или вот на скина девушку. Вот такой себе. Здесь не видно, что это. Это, возможно, джекпот. Мы, кстати, в джекпот сейчас зайдем. Это, возможно, тоже джекпоты. Или что такое? Ну, не видно, видите, песит меня эта фигня. Что он так вот делает? Ну, вот загружается потихонечку, ну ладно. Зайдем в джекпот. Это вот то, что я хотел вам показать. Это такое, все это просто инкубаторы вернули. Дальше. Джекпот у нас вот такой. Очень, кстати, интересненький. Скин на стеночку. Одна из самых таких вот, по-моему, прикольных и имбовых. Эффект у нее очень прикольный. Очень достойный. Но эмоция. Злюка называется. Ну, что-то мне она не зашла, чуть не знаю. Почему-то не зашла она. Катана вот такая. Ну, кстати, довольно-таки хорошая. Да, неплохая. Она у нас была на День Валентина. Дальше, вот. Что я хотел вам показать. Прикиньте, здесь у нас получается джекпот. Вот представьте, джекпот с алмазами. 10%. Офигеть. Джекпот с алмазами, в общем, прикиньте, здесь можно залутать и 300 алмазов за 10 попыток, если так вот лутаете. Это же вообще жесть будет. И здесь, я так понимаю, это эволюция на кулаки. Типа того, прикиньте, что? Откуда вообще? Почему? Почему все добавили, не понимаю. Вот такой тоже скин. Такой интересненький. И вот такой скин, который уже, по-моему, был у нас. Стенка обычная и жетоны. Ну, жетоны, чтобы, естественно, обменять скины. Но вот, вот алмазы, вот. Это, кстати, блин, почему нам такое не добавляют? Можно было тоже закинуть алмазики.
Ну и вот такие же почти золотые и так далее, как в нашем регионе. Так, кстати, следующий регион тоже довольно-таки интересный. Здесь давайте мы подглядим, что у них. Ну, смотрите, у них магазин такой себе. То есть, кстати, мы сейчас можем посмотреть, что бесплатная маска вот так вот выглядит. Это, кстати, не все могут показать. Она, кстати, ну, довольно-таки имбовая. Она же бесплатно будет у нас, понимаете? Довольно-таки неплохо. Вот, подглядели вот так вот, да, глазом. Оп-оп, посмотрели, что у них тут бесплатно. Дальше, короче, я чекал у них здесь джекпоты. Ну, здесь, кстати, довольно-таки интересный джекпот тоже. Считай, это челик из инкубатора, они вот здесь находятся у них. И стенка за 20 вообще, чего. Дальше у них здесь был джекпотик, в котором есть вот этот вот скин. Здесь очень прикольная вот эта вот корона. Она, кстати, по-моему, как-то... Ее переделали, как будто, если честно. Качество странное довольно-таки. Как будто новое что-то, да? Вот. Реально. Что за качество какое-то другое? Что за фигня? Почему качество такое красивое стало? Ну, и здесь дальше такие наборчики, в принципе, довольно-таки интересные. Но я не понимаю, что вот это залагал. Видимо, слишком жесткие скины, что он вот так вот пингует, да? Вот, здесь вот такой скин в алмазном джекпотике. Давайте чекнем, чем у них в золотом. Херня. Вот, и у них бесплатно здесь события какие. Но смотрите, FFTS, это у них турниры. Ничего не понятно, что тут. Дальше здесь тачки. Скин на тачку может быть получить. Бесплатно причем. Ну, кстати, оно нормальное. Это, по-моему, единственная ротачка на пикап, которая с эффектами, если не ошибаюсь, вот это вот. Вот. И дальше, ну, конечно же, тут написаны такие вот события. И здесь самое такое интересненькое, что... Это, кстати, фигня. Здесь у них есть, знаете что? Вот. Типа тайный магазин. Здесь можно чекнуть какие скины. Но я не думаю, что у нас такое выйдет. То есть, чем больше вы тратите алмазов, тем больше у вас скидочка. Если вы 1500, то у вас будет 99% лаки, чего? Вот. Скины, кстати, довольно-таки дорогие. По 1000 алмазов здесь забирать. Но... Зато заберете прям 100% их. Не. Кроме алмаза. Вот, да, максимально, кстати, похож регион на наш. Поэтому, может быть, такое, то, что двустволочку вернут. Такое может быть. И то, что видели в видосе, это тоже прикольная тема, связанная с современными алмазами. Думаю, вам видео понравилось. Обязательно нажимайте лайк, обязательно. Другие мои видосы смотрите. Подписывайтесь на канал, каждый день следите и так далее. Комментируйте. Постарайся обязательно отвечать на ваши все комментарии, если они будут, конечно, интересные и познавательные. Буду ждать от вас отдачу, естественно. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. Вот эти такие вот есть. Прикольно, да? Вот. В принципе, как-то вот так. Если вы хотите что-то другое, чтобы я снял, касаемо новостей каких-то определенных, то комментируйте видос. Оставляйте. Смотрите, сколько здесь футболок, офигеть. Что это такое? Сколько здесь новых футболок? Это что такое вообще? Даже это я не знал, что такое может быть. В общем, вот так это.